Всем привет! Доброго времени суток, с вами снова Red, и сегодня у меня распаковка Bloodborne Nightmare Edition. Игры от компании From Software, эксклюзивные для Sony PlayStation 4, от геймдизайнера, уже известного в СМИ, Хидетаки Миядзаки. Напомню, две предыдущие его игры, это был Demon's Souls, эксклюзив для PlayStation 3, и Dark Souls, который вышел изначально на PS3 и Xbox 360, и благодаря петиции геймеров позже вышел на PC. А потом его команда в его отсутствие разработала еще и Dark Souls 2, который тоже замечательная игра в серии. Просто не такая инновационная. И почему же его команда работала без него? Потому что сам Хидетаки был занят разработкой Bloodborne. Ну, посмотрим, что японцы нам положили. Это большое и дорогое, 80 фунтов, издание игры. Свой нож забыл, белый, этот. Забыл, засунул далеко. Так, немножко сверху выглядит так. Сзади у нас информация о содержимом. Снизу ничего особенного. Выполнена коробочка из плотного, приятного на ощупь картона. Ну, давайте смотреть. Аккуратненько открываем. Опа. Вот. У нас досталось замаскированная под книги коробка металлическая, снизу вот так, логотип PlayStation, сделано в Китае. Которая открывается вот так вот сверху. Сейчас мы откроем. Вот так. И сверху у нас тут сразу лежит вот так. Коробочка с... Да. Здесь, господа, хороший код на скачиваемый контент. Это для меня. Картонка, в которой лежал стилбук. Ну, сейчас мы стилбук раскроем и посмотрим, что у нас в нем есть. Я смотрел, как выглядит стилбук в американском издании, и он там выглядит хуже. Внутри еще пару бумажек с кодами. Издание европейское. Не знаю, есть ли здесь русский. А если нет, ну не важно. Стилбук хороший, годный, красивый стилбук. А это у нас артбук. Такой маленький. Очень маленький. Я бы, по-моему, даже меньше, чем в предыдущих играх серии Souls. Уж извините, но я считаю Bloodborne серии Souls. Вот. Так. Ну, в общем, если поместить эти арты в артбук по какому-нибудь Dark Souls'у, и сказать, что это из Dark Souls, вы поверите, я бы тоже поверил.
Ну, в общем, фирменный стиль From Software. Так, что у нас тут? Steelbook, Artbook. Опять картонка. Под картонкой лежит... Это у нас... Ноут. Записная книжечка. Зачем вам записная книжечка в коллекционном издании игры? Уже первые деньги на ветер. Записная книжка. Опять картонка. Слушайте, как в старых добрых изданиях это келы. Много воздуха. Еще кусок. Кусок картона, а здесь, не знаю, видно вам или нет, написано Bloodborne, и внутри лежит колокольчик призыва. Ну, приятная вещь, приятная. В игре, насколько я знаю, колокольчик используется для призыва хороших или плохих фантомов. Ну, в смысле, других игроков. Колокольчик, ну, приятно. Не скажу, что супер, но приятно. Ну, то есть, достойная вещь. Пусть будет. Значит, пока что деньги на видео вот это. Еще не все, еще есть что показать. Опять же, картон. Много картона. И здесь у нас лежит... лежит опять же Bloodborne, здесь лежит это ухо, оно тяжелое, подставка для пера. Она реально очень тяжелая. Люди, если кинуть кому-то в лоб, гарантирую, можно убить. Подставку вставим сюда. Перо. Перо, насколько я могу понять, искусственное. Ни одно животное не пострадало. В него мы вставляем... как это называется, не знаю. Вы мне подскажете в комментариях. Стило, что ли? А, окей, фиксируем. Вот, я его зафиксировал. Зафиксировал. Ставлю сюда. У нас еще здесь осталось еще два стила, кажется. Как это называется? Ну, очень пишут. И чернила. Насколько я знаю, красного цвета. Ну, с понтом кровь. Писать кровью. Вот такой вот набор для рисования. Ну, что я вам могу сказать? По факту. По факту 80 фунтов это не стоит. Совсем не стоит. Что есть хорошего? Большая коробка, железная, в которую можно сложить все... А остальные соусы игры с их артбуками. Есть хороший колокольчик. Приятная штука. Но не скажу, что супер. Классный стилбук. Действительно классный, красиво сделанный, добротная работа. Все стилбуки так делались. Маленький, тоненький. Сколько страниц-то? 46 страниц, люди. 46 страниц артбука. Так себе. Ноутбук, который никому не нужен. Все эти перья и прочая фигня, оно в принципе тоже не нужно. Зря
потраченные деньги. В общем, скажу так, люди, смело проходим мимо. Если покупаем, то покупаем себе Limited Edition, Collector's Edition, там, где идет просто игра в стилбуке и артбук. И все. Не стоит это все 80 фунтов. Точка. Хотя чаепушка тоже прикольная. Тяжелая. Вот такая вот. Будем играть, когда дойдут руки, видимо. Дойдут руки у меня не раньше, чем я закончу играть Ведьмак 3, когда тот наконец сволочь выйдет. Спасибо за внимание. До новых встреч.